Всем привет, меня зовут Станислав, я психолог. И сейчас я хочу оставить отзыв о курсе Михаила Копытова «Современный гипноз». Этот курс я прошел в городе Новосибирске в ноябре 2023 года. Для меня, как для начинающего специалиста с пока еще небольшим опытом работы, данный курс оказался очень полезен в том плане, что, во-первых, я изучил новый инструмент для своей практики, который я могу внедрить в работу со своими пациентами уже сегодня. И, во-вторых, данный курс помог мне расширить знания о методах работы с довольно сложными клиентами, довольно сложными запросами, с многими проблемами психосоматического спектра. Также данный курс помог мне найти ответы на многие вопросы о том, как вообще работает состояние именно гипноза, состояние сна на человека, на психику человека, состояние измененного сознания, как это действует здесь и сейчас, как это может действовать в дальнейшей перспективе, как это влияет на течение различных диагнозов, заболеваний, травм, психологических каких-то отклонений и много другой полезной информации. Данный курс я абсолютно точно рекомендую всем специалистам поддерживающих профессий, будь то психологи, психотерапевты, опытные или начинающие специалисты, абсолютно неважно. На нашем потоке были и опытные психотерапевты с достаточно большой обширной практикой. Также были и новички, также были люди, которые совсем не ведут свою практику, которые хотели узнать данный инструмент для себя и начать применять в бытовой жизни. Поэтому на самом деле я думаю, что какие-то знания, особый опыт не так важны, если вы действительно хотите изучить, узнать данную методику. Я думаю, вам это будет полезно.